Креветки.20 рублей. Найдешь. Но я тебе могу предложить сайт, где можно на кликах сработать. Надо? Привет, Никита, спасибо. Сковорода. Сковорода. В духовке. Привет, Миша. Я тоже рада. Тоже рада видеть. Я поеду в Италию. Я буду сегодня Италию изучать. Италию. Я поеду из Цюриха в Италию. Буду играть на третьем сервере. Да, смотрю. Медаль взяли? Где? Где взяли? А я не заметил. Нет, я смотрю, да. В шорт-треке, да? Или где? Почему ты не можешь поиграть? У тебя бан еще не прошел, Никита? Привет, Крэти. Ну, понятно. Привет, Виктор. Да, бронзу? Блин. Ну хорошо, конечно, но золото будет лучше. Ну ладно, возьмем еще золото, еще все впереди. Вон, фигуру на катание точно возьмем. А, ну это я знаю, да, сковородка в папке, да. Ощущает от пули, это я в курсе. А, в 1 часов. Черти. Толкучка была, кореец французу коньком задел. Упали. Наш немного времени потерял, поэтому уже не смог за золото бороться. Ну ничего, бронза тоже хорошо. А вы чего же начали найти на Олимпиаде? Так. Ну я не знаю, в Италию все равно, конечно, поедет. Но я это точно поеду. Сапсан поедет. Привет, я в Италию поеду. Я прям вообще в Италию поеду. Досишно. Привет. Привет, Ром. Привет. Ой, я не знаю, поеду, не поеду. Приехал? Ну ты ж приехал. Значит, поедешь. Все. Посмотрим, куда. Ну, в Да. принципе, если в эту игру, сейчас скажу, куда. Куда? В Италию? Да. Сейчас скажу, даже куда. Я даже глянул, куда. Далеко? В бане. В бане 600. Баре есть, баре. А, нет, нет, еще, по-моему, поближе есть, по-моему, этот. Не бане. Сейчас скажу, как называются-то. Амстердам, Монпелье, Кале. Париж, т-т-т. Ну, вот Италия. Где мы есть на этот такой песок? Можно в Геную поехать, в принципе. Куда? Геную, песок. Привет, А, моя Гена. сладкая конфетка. Привет, чат. Привет, моя Ну, сладкая Генова, конфетка. по-вашему, это Генова называется. Если Привет, так вот. чат. Привет, Денис. Не Большое спасибо видишь, за не? донатик. Спасибо, Фон.
А, Генова? Да, да, да. Да, песок. Блин, у меня нет Генова. Ну, с этого, со Стокса. Со Стокса. Не. Нету. А что есть? Барри. Барри, это как его называют? Что там? Какой-то... Экскаватор. Экскаватор? Ну, что-то неохота его тащить, честно говоря. Привет. Мой мёд, этот больше там. Сегодня пупок? Не знаю. Поедем туда? Куда? В Барри? Да. Ну, поехали, прям сейчас. Транспортируем, остальные могут, в принципе, это... Ты мне ВК кинь, пиши. Привет, Артём. Налево тебе или направо? Мне налево. А, я что-то туда, я что-то полезу. Тебе тоже налево, да? Да-да-да, мне ж туда же. Тут красный. Нету пиратского кубка, а как играть? Там же эта игра только онлайн, в сети. Ебано. Он не пьющий. На его там. Хорошо, Ким. Привет, Толик. Я гляну. Тебя подальше. Что-то не вспомнил, где у меня-то. Твою дивизию. Где? Дальше. Да, там дальше-то некуда, там тупик. Ну, по центру едь, повернешь. Направо. Вот. Ага. Подожди. Вот тут где-то у меня указано. Да. Не понял. В смысле? Юмора не понял. Я же заказывал это. А, все, нашел. Прицепил, что ли? Не, я просто... Сказал его, с другой стороны его ожидал увидеть. Блин, да что ж ты... Третий. Но мы поедем в Италию, в Делсишно. Я ее буду изучать. Отключи зиму, нет, будет зима. Так, да что ж ты?
Дела нормально, Толик. Прицепил? Да. Поехали. Погоди, мне сейчас надо еще выехать отсюда. А-а-а. Меня засунули тут в жопу меня. Засунули меня тут, понимаешь, ты в это. Понятно, понятно. Короче, в ДЛС приехали, да? Да, мы в ДЛС. Италия. И там все время. Там все время будете кататься? Сегодня, да. Видерзей. Блин, масло не забудьте. Ну это мама. Мама будет делать, она спец по блинам. Я делаю оладьи. А, все, поехали. Блины где? Да нет еще блинов. Еще ж масленица не началась. Да ты... Следующая же неделя. 1270. Я только могу оладьи сделать. Оладьи считается? Как мама? Да нормально вроде у нас мама. Как и я нормально. И я тоже нормально. Но если я сготовлю оладушки, я щелкну. Да, в понедельник. Ну, со следующей недели. Привет, Павел. Пойдет? Оладушки пойдут? Хорошо. Со сметанкой? Нет. Ну, просто масленица. Блин, это можно хоть каждый день есть, но каждый день тоже не очень. Просто праздник. Ты такой еще, блин, Цапсан 1099, это кто такой? С пирешкой? Вот оладушки с пирешкой, хорошо. Привет, Дмитрий. Наш. Дело нормально, почему ИТС? Потому что я захотела поиграть в ИТС. С кетчупом. Блин, с кетчупом, да. Нормально. С сгущенкой, ну тоже нормально, со сгущенкой. С вареньем там. С медом слишком будет сладко. Да, сегодня только по Италии, Александр. Сегодня он в Италии. Как едется? Нормально. Хорошо. На фоне присоединиться. И не в Италии-то ДЛС ешьте. Пусть присоединяется. Потому что я буду только там сегодня. Ну, окей. Есть так есть. Карту? Я не могу карту показать. И неудобно, надо останавливаться. Я могу навигатор вот так. Уменьшить. Чтобы больше было видно. Ну, я из Цюриха вот еду. Да. Туда. В баре. Или он не баре. Ну, вроде баре написано. А вы где? А, вы сзади?
Догнали. Тогда я ускоряюсь. Какие зеленые фары. А чем я фары зеленые? Я? Не знаю, нет у меня никаких зеленых фар. Сервер третий. А где мне зеленый-то найти? На скане. Мастерской? Там разве есть такие? Отстаешь что-то, Роман. А вон ты. Помедленнее поехать. Я тебя не вижу в табе. Ты где? Ты куда пропал? Можешь притормозить? А, мод. Понятно. На мод будут другие видеть, блядь, если только я. Понятно. Ну, скинь тогда. Ну, давай, попробуй. Перехватить. По навигатору моему. Сверяйся. Я вот по второй трассе еду. В Швейцарии. Да, мы на третьем, я же говорил. Тут сужение впереди. Потихонечку. Я заправлялся. А, заправлялся. А я смотрю, что ты отстал совсем. Встречка, встречка. В тоннеле. Проехал уже. Сам совсем все отстал. Это ж вроде еще не Делоси. Совсем ничего не слышно. Я? Да нормально, я решила. Можно будет поиграть, я думаю. Mm-hmm.
Ничего, приятного аппетита тебе, Павел. Ой, ой! Сейчас мы зацепляемся немножко. О, же обгоняет даже. Ну, обгоняем. Аня, за тобой. Ну, что ты у меня так медленно разгоняется? И вот. Нормально. Ну все, 90 еду. Ты тоже 90, да? Угу. Во вторник переезжаешь. Дом бабушки одной. Сестра двоюродная суетилась, пока там буду. Пока квартиру не продам, а все вещи в гараж привезли. Понятно, понятно, Денис. Бабушки. Родной бабушки или какой-то посторонний, так просто. Пожить. Ну, наверное, денежку и платишь, да? Ну, или будешь там, я не знаю. Переезжаешь, если будешь, да? За жилье. Танюха что-то кашляет. Танюха не хочет прийти? Чтоб поинтереснее было. Танюх! Танюх! Hello! Танюха! Танюшка! Танюшка придет? Или Танюшка готовит? Ну, будет ходить. Мама там кушать готовит. Супчик вроде. И она что-то сказала, типа плова будет. Что-то типа плова. А, не родное, но тоже родственница. Ага. По линии мужа, сестры моей мамы. Сказал. Нормально, нормально сказал. Все поняли. Мужа, сестры моей мамы. Ну понятно, все понятно. Я поняла. Привет, Сапсан. Ты все, ты накатался, я смотрю, да? Будешь теперь смотреть? Пропал что-то. Плов-то хорошо. Ну типа плова, не прямо что плов такой прям настоящий, ну, что-то подобное. Привет. Привет. Чего, как дела у тебя? Нормально. Выздоровела? Я? Да вроде да. Нормально чувствую. Интернет отключили. А-а-а, зараза. Через телефон, что ли? А родители что, выздоровели? Да, тоже нормально. Ну и слава тебе, Господи. На Кавказе, но там-то плов-то плов, конечно. Клоизок. Че, по Италии кататься решили? Да, по Италии изучать. А то у меня она вообще не изученная. Мне вроде подарили, а еще не ездила ни разу. Вот решила у нас ездить. В смысле, хочешь всю ее объехать? Ну, я не знаю, как всю сегодня, но буду по ней только кататься. Как получится. Да, мясо у нас курица. У нас из мяса только курица и все. А что до скольки катать будешь? Ну, наверное, до 7 буду. Вот сейчас сколько времени? 16:24. Ну, значит, еще где-то 2,5 часа. У нас разница в 2 часа. Ну вот, я говорю, еще буду играть где-то 2,5 часа, получается.
Нет, за 2,5 точно не успеешь ее укатывать. Ну, я как бы не собираюсь еще не все укатывать. Так, немножко. Как получится. Ой! Ой, ты там закричал, конечно. Я испугалась немного. Твою! Дивизию. Дивизию. Да, блин. Куда ты смотрела? Я. Да. А познаешь, что тут эти. Я познаю, что тут можно прямо это. Ну, прям такие наши плавки, прям такие. Сквозь них проезжающий. Ну, здесь есть пришел. Авто. Кто-то пришел. Кто-то пришел. Привет, да, Влад. Там платки просто может прогореть жестко. Привет, Дэми. Ну да, тут так узенько. Надо аккуратно. Ну, узенько, там платка за платкой. А, в Италии? Да. Ну что делать? Так, тогда, если я успею, вот. Я тогда еще, может, заскочу. Я сама поставила, надо просто привязать его к каналу. И все, там да, очень сложного еще, нету. Если успею, зайду. Даш, как так, не жалеешь денег на коп, не жалеете на покушать? Ну почему мы не жалеем на покушать? Ну, у нас сколько хватает. Ну, просто нет, далековато, конечно. Там говядина. Ну ладно, нормально. Нормально все. Еще стройнее будем. Я на втором мониторе чат смотрю. Икарус? Икарус не нарисовал? Собираешься, что ли, Влад? ППС? Мне не чувствуется, нет. Меня не кушает. У меня же такой комп достаточно мощный. Я не замечаю. Все нормально. А, ну понятно, собственно. Давай, удачки. Я поняла. Встанем тут. Стоим. У меня? У меня 980 Ti. Привет, Руслан. Кто, Икарус на плюшку похож? Хорошо, собственно. Почти нарисован. Ага. Ага. Ты красками будет? Ну, как раз. В цвете будет Икарус у тебя или черно-белый? Да нет, ничего, Дэви. Мы все равно в Делоси Италия будем сильно кататься. А у тебя, наверное, нет. Hello, Юзен. Может, где-нибудь пересечемся, может быть, где-то. Ну, видишь, я еще вот около Милана. Ой, вышел. Роман вышел, значит, я поехал, ладно. Дела у человека. Может, потом присоединиться. Ну вот.
Ну вот, и так что ничего страшного. Грустно как-то. Что-то не весело. Мощнее моего, хотя не особо парюсь. Ну ты же не стримишь, а я стримлю сейчас. Разные игрушки там. Чтоб все тянули, блин. На высоких настройках. Чтобы было все красиво. Мне тоже раньше хватало своего, даже я даже не помню, он был совсем слабенький. Он какой-то двухъядерный Целерон был у меня, 4 гигабайта оперативки, что еще? Видеокарта, я уже не помню даже какая видеокарта. А! Я не помню, как правильно. 9800 GT. Вроде. С 512 мегабайтами памяти. Видеопамяти. Ну, конечно, хотелось помощнее, но... Что было? Потом вот такой получился, который сейчас у меня. А он мне, знаешь, присылал этот чертеж там. Чего-то там. Какой-то штучки. Что там мне за чертеж присылал Влад? Нет, у меня не Radeon был, у меня была от NVIDIA. Видеокарта. Или GT9800, или 980 GT. Я не знаю, где там впереди или сзади буквы, но все то самое. Ну что было, то было. Да раскрась ты его карандашками цветными, чтобы красиво смотрелось. Потом скинешь. Да? Сканю ВТС. О, ты уже сканю купил. Заработал? А, ты прислал мне чертеж главного тормозного цилиндра ГАЗ-24. Понятно. Хорошо. Хорош бухать кому? Кому хорош бухать? Я не бухаю. Я чай пью. А то по праздникам. О, опять платка. Ну, что поделать? Ну, платка, значит платка. Здесь авто. Только надо с небольшой скоростью приезжать, а то можно влезаться. Да я даю. Хорошо. А то у нас тканью забыл. Молодец. Водителю бухать? Я водитель. Скани. Ну что поделать, если чай? Отшить хорошо. Я вот не знаю. Лен, ты тут? Мисс Анджел. Да. Ты поешь по БГ? Когда? Сейчас. Сейчас нет. Я сейчас играю ВТС. А стримишь? Да. Ну пока. Пока. Я вот не знаю, в чём мне поиграть после тески. В папку, в GTA там. А что? Или в Overwatch вообще? У меня в Overwatch есть игра.
Ну, то что-то надо поиграть еще. Но точно не в КС, нет. Точно не в КС. Вот ТС поиграй. Вот ТС. Ну, можно, конечно, но, блин, немного сегодня будет симуляторов. Дэдпула нет у меня. Марио нет, вы чё? Прикалываете, что ли? Я вчера танцевала. Какой крокодил? Что за крокодил? Контролик? В смысле контролик? Где контролик? Нет, у меня впереди нет пока контролика. Скоро новинки Марвела. В кинотеатрах или где? Или в игровой сфере? А, статуэска? Ну, можно поиграть в статуэску, я говорю, можно. Привет, Ярик. Кто? Какие уроды? Как таких земля носит? Из пневматики подстрелили собаку. Я не знаю. Не знаю, не представляю. Ужас, Ярик. Не знаю. Жалко собачку, конечно. Мы вообще жаль стрелять, мы все жалеем его. Мультик Дантон. Не видно, да? Не видно, нет. Никому нет. Видимо, мало у кого есть Италия. Я в такой не умею. Не умею играть пасьянс. Ну, вон один пацанчик какой-то проехал. А, понятно. Ну, такая жестокая. Но потом, наверное, им вернется, что они сделали. Эти люди, которые подстрелили собачку. В смысле, тормози. Ты где, Павел? Тормози, блин. Буду эти 20 минут ждать. Привет, Игорь. Ко мне-то можно присоединиться. Италия, ты здесь? Вот, я рядом с Вологна, город. В смысле, на обочине. Прям ты быстро, конечно. Конечно, ты быстро. Ну, давай посмотрим, как ты быстро. Вот. Остановилась. Быстро это пару минут. Трасса А14 в Италии. Платка. Потом вроде нет платок, а нет, есть платка. Блин, у них
при заезде в город эти платки. Блин, как в Польше, там тоже, кстати, немало платок. Вот здесь, здесь тоже много. Ну, вот Алик, конечно, побольше. Что поделать. Дорогая Талия. Тройки Ян пока в Элге не погнать. Понятно. Бананат? Борода. Кто борода? Кто борода? Ты борода? Хорошо. А где Павел? Привет, Владислав. Я не даю мудрки. Не просите, нет. Не дам никому. Хорошо, вот. Ютуб гейминг? А ты смотри с обычного ютуба мой стрим. Бандитас, ты тут? Ты тут на ютубе или тут в игре? Сколько там времени? Хорошо. Жду еще 3 минуты и еду. Если больше никто не приедет. Ну вот, Вологна, видите? Вологна. 14-14 называется. Здравствуйте. Перед платками стою. А, хорошо, бандит, хорошо. Хорошо. Так, только не забыть, надо купить гаражик. Господи. Не нужны мне мотор. Привет, Дим. Мондоров. Мне маму достаточно, и я могу там тоже, если что, забанить. Я не пойду сейчас в пупку играть. Я в ЕТС играю. Потом не знаю. Сколько времени? Еще 2 минуты. Хорошо. Привет, Чупа. В смысле, какой город? Вологна город, блин. Написано же. Не видно. Я сейчас поеду. Еще минуту. Мне тоже не прикольно стоять. Или сразу едь тогда, блин, да, в баре все. Смысл. Нет, я не погоду. Я не погоду, нет. Я не погоду. Все, я погодила. Я погодила уже 3 минуты. Или я пойду в другую игру. Все, все, я поехала. Я подождала. Приехал борода, все.
Горожане, я не знаю тогда. Мне стоять не прикольно тоже. Я не знаю, да по пути как-то. Я по 14 еду. Могу еще сказать, где я буду ехать, приезжать. А14. Я буду ехать по А14. Ты можешь встретишь где-то по пути. Вот, вот по этой крайне буду вот ехать. Там понятно. Я все равно иду 90 километров в час. Какой дальник включил? Где дальник? Какой дальник? Дальний свет? Не знаю, что я включу. Что было видно дорогу. Ну, чтобы еще светлее было. Да. Сходар. Правильно я это? Я просто не знаю. Это вообще непонятно. Ну, наверное. Сейчас круиз на 80 поставлю. А типа светлее стало. Душа твоя чиста, как летние озера, капельки росы и родниковая вода. Все это видно по твоим глазам, которые искрятся добрым, искренним, необыкновенным светом. Точка, ты самая шикарная наша королева. Это для меня. Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо, знак. Спасибо за стишку. Я сейчас заплачу. Красиво. Чё, наверное.
Или не надо сюда на среднюю переходить. Они поймут эти дороги. Я на скамейке. Сейчас навигатор показывает, надо свернуть на среднюю. Окей, сворачиваем. Нам прямо надо, нам не надо никуда поворачивать. Нам в Анкону не надо, или как называется. На чем? На скамейке, скамейки. Ну что так называется? В смысле бронзовый медаль? Бронзовый... Да, я вижу... Новость Яндекс прислал бронзовую медаль у олимпийских атлетов из России! В шорт-треке. Ну, отлично! Перестратов. Спортсмен. Красавчик, молодец. Привет, Севан. Ой, Север, то есть. Спасибо. Просто это на стульчике пока. Табурет потом. Я что-то не понимаю тебя. Да, что еще? А я хотела проверить, как город правильно зовут. Он же по-другому не считается, говорится. Это здесь хорошо. Анкона. Нет, Анкона, все правильно. Все правильно, Анкона называется. Сто тысяч человек населения, да как нашел Минск, кстати.
Даже чуть поменьше, у нас побольше людей. Но там, наверное, красивее. Там море рядом, что ли. Ну, а у нас братва. Только тут. Кресло. Кресло тяжелое. В смысле? В смысле, оно тяжелое, но мягкое, очень удобное. Мне уже в собранном виде его принесли. Все для меня прям. Уже жопа болит, кстати. И жопа. Что-то не мягковато. Может так? Можно так? Вы понимаете? Я не понимаю, что вы там пишете. Можно гемополин рулет лучше? Гемпа тоже поздно присоединить. Это надо в игру перезаходить. Пупа, спасибо за красивое. Анеш. Мусором еще. Подушечку? Это подушечка. Ну, есть подушечку, но она не мягкая. Такая жесткая. А другую подушечку. Я знаю, какую. Я видела в фикс-прайсе за 100 рублей. Догнал? Нашел? Я 80 еду. Ты даже впереди. Да, все. Ты телепортнулся, да, типа? Или как? Ты сюда попал-то? Я тогда ускоряюсь хорошо до 90. Да езжай, езжай, что стоишь. А этот город Пискара, да? Сейчас я все узнаю. Пес. Ой, что-то много все. Ра. Попипикай. Аман. Пискара, да. Нормально, нормально. Ой! Это у меня круиз. Забыл. Платки пока нет. Нормально. Платка будет, когда мы будем в город заезжать. Тогда да. Тогда она есть при входе и выходе из города. Все, круиз. Едем с круизом. Мне бы чаю бы еще. Можно мне чаю? Чаю. Чай. Танюх! Танюх сидит. Танюх умеет слушать. Привет, сама потом за чаем идти. Ну, конечно, красивее тут. Не по зиме, но я могу отключить зиму.
так уж и быть. Сейчас. Надо только доехать. Я отключу зиму. Чтобы было светло и солнечно. А то, что ты грустноват. Просто за окном тоже грустно. И тут что-то. Хотя бы где-то, чтобы были цветочки. Это, ну, не 4. Вот. Поехал-то быстро. Да, у меня груз просто. Не туда, не в баре, да? Не-не-не, мне надо было направо поворачивать. В Пискару, да? Да-да-да. А, нет. Нет? В Пискару. Рукой? Нет, у меня маршрут куда-то ведет. Навигатор там и сломался. Да, маршрут ведет туда и еду. Да, я нет, тоже там. Вроде. У меня все время прям... Мне надо в каблучок. Вот они же как сапожок. Вот мне надо в каблучок. Сапожка. Эх, да. Есть такой, Денис. Это правда. Странненько так звучит. Эхо в пустой квартире. Было у нас такое. Когда мы покупали новый диван и спали на полу. И да, было эхо такое. Такой гул. Ничего, пережить можно. Не смертельно, как говорится. И еще я сделаю голосовалку в группе. Вот выберем, какую игру мне поиграть сегодня после тестки. Я напишу там пару игр, и вы проголосуйте. Я просто сама не знаю. Напишу те, которые я хочу, а вы выберите. Ладно? Я потом вам скину ссылочку. Будь здоров, Олег. Особенно, когда соседи хлопают дверью. Чувство такое, как будто тебя взрывают. Нет. Расти квадраты. А чему квадратным быть? Он же не кубиком. Олег, ты же не кубик, ты вроде человек. Суть разговора. Да? Сейчас найдете суть. Привет, пицца. За что голосовать? За игру. Которую будем после этого стримить. Но мне надо доехать сначала. Естественно. Ой. Тоже посажа.
Треугольный? Понятно, Олег. Ну, скоро у тебя один угол прибавится, будешь квадратным. А что будет? А что будет, Денис? Что дальше? Что там дальше-то будет? Я сама не знаю. Серьезно. Я не знаю, неизвестно. Я не знаю. Я без понятия. Я голосовалку запущу. Италия, да. Пустая. Италия. Почти. Ну да, Дауси. Что ж еще? О, почти уже. Кто там? Кто там еще чихнул? Чё, сворачиваю? Хорошо. Сверну. Да. Понятно. А я не знаю такую поговорку. Но я думаю, знаю слово следующее. После получишь. Я не знаю, я напишу, какие игры я хочу поиграть, а вы выберите что-нибудь из них. Думаю, симуляторов сегодня больше не надо. Типа АТС. А то как-то грустно. Никшовенько. Надо бы заправиться. Заправиться надо. Верчат. Я пока не хочу заправиться. Куда я иду? Куда все? Верчат. Ну в стиме верчат-то. Много-много людей. Бесплатно в стиме. Едем куда в баре. Ты пришла в гости? Мне там это дело еще доделаю. Ясно. Потом, мне надо там... Ну, хорошо, хорошо. Потом, да потом. У меня там типа плова готовится. Типа плова готовится. Хорошо. Да, тебе надо. Мне тоже надо. Привет вам. Влетели. Ой. Общается, страдает. Не, страдать на выпуху не хочу. Привет. Я так понимаю, стримим.
в Италию Делси. Ну ладно. Есть? Да. Город Бари. Да. Надо еще попасть. В Италию как раз таки, наверное, не все города купили. Ладно. Не, я не хочу пока не сюда. Сейчас зайду только на твой канал, чтобы видеть. Да, город Бари. Бари. Каблучки. Пусто в Италии, потому что это третий. Может, из-за этого. И чат туда отдельно открыть, чтобы читать людей. Открыть чат. Чат. Чат-то важно. А, да, очень. Как 15-й год, только чат. Так, значит, Бари, хорошо, попробуем. А, да, попробуем. А, сервак какой? Европа 2, 3, 4, 5? 3. И без машин такие. Да. Пробуем. Ну, там-то зайти легко, главное добраться. Зайти легко, да, добраться уже. Вот, вот тут уже будет проблема. Но можно телепортнуться через одиночку. Но у меня же не куплены гаражи. Ну, все равно. Я знаю один способ. Кто-то меня знает. Нифига себе, Влад, привет. Тебе привет. А, тебе привет, да. Да, кто-то меня узнал и... Ух, ладно, Влад, привет. Там через свободную камеру, через консольную. Через консоль. Да. Ну такое, да. Хочешь? Смотри, быстро. Без проблем. Сейчас попробуем, короче, куда-нибудь. Давай. Так-то я уже в игре, но... Посмотрю, где он вообще, этот город, далеко. Ну, я говорю, как каблучок. Италия же сапожок. Ну вот, я типа в каблучке. У меня есть самый нижний город, короче, там гараж куплен. Нижний? Который ниже Бари? Самый-самый нижний в Италии. Я не знаю, я не вижу по навигатору. Не показывает мне всю карту. Это Катания. Катания. Катания, да, может быть, Катания. Не знаю. Я тоже не знаю. Ну, в общем, могу от него попробовать доехать, но это будет долго. Нет, первый раз слышу, Гром, привет. Шпортландия. Ладно, поеду потихоньку. Хорошо. Как потихоньку, по максимуму. Так, а ты куда едешь вообще, в какой город? Я в Баре уже тут. Сейчас буду парковаться. А, ну понятно. Угу. Вот скажешь потом, в какой город поедешь, чтобы я туда приехал. Ну, в Баре, будет. Ну, ждать-то ты не будешь, зачем? Ждать? Я долго буду ехать, потому что с самого нижнего города... Но я отойду. Немножечко. Прибалтика, страна... страна, шпрот. Шпротландия. Ты слышал про такую DLC Прибалтику? Я первый раз вообще. Я нет, не слышал. Я не Гром придумал. Не, может быть, это не DLC, а какая-нибудь фанатская разработка, что-то подобное. Ну, там он написал DLC. Острые углы, нервы, суета. Я не знаю. Я уже другой, ты давно не та. Мне вчера что-то про DLC Россию писали, типа добавят когда-то там в 19-м году. Ты включаешь свет. Серьезно? Я не знаю. Может быть, серьезно, может быть, нет. Попробуй сейчас у тебя через консольку. Как? Финляндия? Финляндия тоже с Прибалтикой России, наверное, типа? Голубки не понимают стример, какое?
Плюс я еще и геймпад не подключил. Какой стрелок понравился? Вася? Да нет, ну Вовке все нравится. Она там крылышками махает. Она зарядку делает. Она что, по партию летает. Она так махает быстро. Должны, мы посмотрим. Еще Финляндию хотят добавить? Ну, он был бы, наверное, классным. Так, я на минутку отойду. А вы смотрите только на мою спальню. Бывает, я захватываю стримы. Видите, Прибалтика, Финляндия и Калининградская область. Ого, Калининградская область. О, вот. А что вот-то? Ну это же, блин. Бывает такое. Люди отходят со стрима, спать. Я плохо слышно. Ну, это уже не мои проблемы. Это не так настроили. Виноват, что мне плохо слышно. Зато моего соседа тоже плохо слышно. А это хорошо. И все относительно. В декабре этого года должны выйти. Шикарно. Так? Правда? Калининград в клубе? Как? Слабенько. Гром. Привет, Рустам. Получается... Да, во-первых, я хотела включить перед зиму. Перед я пришла. Я ищу, как это сделать. Какая комбинация в этой протреке через... Но мне надо в игру перезайти. Я тут отключила мод зиму. А. Да, ну я просто научу. Да, в смысле, в декабре этого года должно выйти? А, я в конце года? Это... Прибалтика, Финляндия и Калининградская область? Ладно, хорошо. Хорошо. Хотя бы там... Хотя бы там... Хотя бы там... Хотя бы немножко. Не знаю. Можно что-то? Или нет? Да. Опа. Я подключаюсь. А я все думаю, как мне сделать так, чтобы свободная камера работала. На какую кнопку это работает? На ноль. У тебя там все прописано в конфиге? По идее, да. Я не да, помню, лето, наконец-то, светло. Я сделала это. Вот проблема, у меня цифровой клавиатуры нету. Если цифровой. Да. Нам нампэда. А, не надо нампэд, можно вот верхней циферки. Окей. Наверх. О, реально, да. Сейчас попробую. Даш, давай потанцуем с тобой, честно. Хотел бы, чтобы наши ладошки соединились воедино, и мы потанцевали, точка, честно, под любую песню. Но чтобы танцевали можно мы с тобой. Можно ускориться в этой а вы танцевать как? Как будем танцевать? Сиди на столе, давай танцевать. Буду ускоряться. А я не знаю, как это сделать. Спасибо тебе, Денис, спасибо большое. Не, ну, по крайней мере, напрямую лечу. Ага. Ты в одиночке? Пока в одиночке, но потому что... Там можно в консоли ввести go to, пробел и страну... Ой, не страну, а город. И ты сразу в город телепортнешься. Серьезно? Ну-ка. Go to.
Танцуем? Подожди, гото получается это... Танцуем или не танцуем? Я танцую. И... Как он там называется по буквам? Барри. Привет, Мартин. Барри. City Barry Dot Found. Короче, посмотрю, как называется, чтобы точно вывести. Блин, это круто. А, Барри, все. Это прикольно. Прикольно. Прикольно? Да, мне нравится. Сейчас что-нибудь пиши, это выкинь. Никто меня не выкинет. Только присоединилась, можно сказать. Видно, строит. Все, я уже в баре. Сейчас перезайду в мультиплеер. Все, и круто. Можно ехать кто куда. Надо на автостоянку мне поставить машину, на ремонтную мастерскую, чтобы я появился в нужном месте. Я, походу, внутрь заехал гаража. Появился мне внутри гаража почему-то, это странно. Говорю, ну зачем? А, стоп. Он ее не поставил, машину. Пусть говорит. Странно. А то у меня тут тихо. Нормально все. Ну хорошо. Сейчас мама говорю, не придет. А на какую кнопку ставить машину тогда? Какой-то F9 надо нажать там. Вроде. Да? А-а-а, вот в чем моя ошибка. Ты в воздухе? Да, я сейчас в воздухе, но я параллельно дороге поставлю машину и все. И, надеюсь, сейчас телепортнусь. Да! Телепортнулся. Все. Мне даже дали достижение императора. Вот выбирайте теперь. Спасибо, привет, Игорь. Спасибо тебе за донатик. Да. Вот выбирайте теперь что-нибудь из этих игр. Я вам скинула ссылку в чат. Я не буду ни за что голосовать, потому что я реально не знаю. Все, тут. И... Сейчас я захожу. На F9 после телепорта надо нажать, чтобы упасть на дорогу. Я уже понял. Ну да. Так и сделал. Там объяснили получше. Я тоже понятно. А у меня вопрос персонально сказал. К Максиму Фадееву. Привет, Слава. Почему я Максим, и не люблю таких, которые пытаются попасть в видос? Ну шо? Я пою. Загружаю. А подробнее? Ну, пою песни. А что за князь там? Князь. Маэстро Максим Фадеев. Ну, в таком случае... А, князь темноты, ё-моё, я понял, все. Нет вопросов. Молчать-то. Ой, так, мне надо... Я же не совсем в городе. Так, гараж. Третий, ага, логин. Гараж еду покупать. Потом на СТО. Так, я тоже, пожалуй, гараж куплю, чтобы у них да, еще да, больше да. телепортнуться. Опа! Вот столько проблем, Hello. Можно было уже давно телепортнуться, если бы я сделал это раньше. Надо. Успешно сладился, красавчик. Там князь пишет, ну извини, просто ты болтал. Я болтал много? Опасно. Ну извини, князь, я не хотел. А у меня дождь идет.
Ну, осадки меньше. Зимой. Зимой дождь? Там снег должен. Привет-привет, еще раз ты именно говоришь. Дождь показывается. А вот на стекле именно снежинки образуются. Странно. Я вообще убрала зиму, все, я теперь в лете вся. Но снег-то еще лежит. У меня нет. Я все сняла. Все галочки. Так, мне сказали, что если я не включу фары, то меня забанят. Кстати, я уже на СТО заехал. Хорошо. Вулкан разбушевался. Где вулкан у нас тут? Не ты вулкан случайно делался, а? Так, теперь я на СТО назад. Или я могу сейчас проеду через гараж. Это А2. Я могу через гараж. АТС, три голоса. Да подожди. А кто там по рации болтал? По рации? На Фане может. А то есть с нами еще кто-то? На Фане, да. Точно. Я даже не знаю. Наверное, еще черепок тоже. Возможно, еще Жека. Ну, просто рядом со мной. Привет. 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 А я не знаю, какую кнопку нажимать, чтобы... На X. Поставил светофильтр. Здоровенький, здоровенький булы. Сори, сори. Не сори, это я тебя не вижу. Тебе нужно сори сказать. Не надо, не надо разбушеваться. Да, ничего, ничего страшного. Не надо тебе разбушеваться, тебе не надо, не надо. Будь спокоен. И я виноват. По сторонам не смотрю. Не надо, спокойствие. Чувак, это оправдывается. Бывает. Давайте тот человек довольно известный. Я? Известный? Кому? В каком месте? В узких кругах. В узких, да, местах, кругах. Да. Ой, ударился немножко. Так, я вообще. От известности? Ага, точно. Нам известен. Ну, я рад. Почему? Куда едем? Мы поедем. Сейчас. Куда мы едем? Я смотрю. Так, в баре не надо. Наполи. Понятно? А чё у вас за грузы-то уже взяты? Я еще ничего не брала. Вот я говорю, на поле. Спасибо Максиму Фадееву за исполнение и авторство этого прекрасного саундтрека к мультфильму. Я такого даже не знаю, но сейчас посмотрю, что у меня есть. Кого не слышно? Как там голосит? Да нормально, собственно. Ты что, нас не слышно? Правда? Мы перейдем. Воспитанники, воспитанники сейчас выступают в проекте «Голос дети», и он должен их поддержать. Ничего нет. Но он скоро к нам вернется. Это надо поспать, да, чтобы появилось? А у тебя внешних нету? Внешние с ними не интересно кататься, я лучше туда просто поеду. Окей. Или вы решили типа внешние брать? Не, ну я там внешние беру. Я не знаю, как другие. Можно попробовать внешне. Хорошо, ладно, посмотрю. Просто внешне они самые скучные, они 90 км в час. Ну и, да. Кстати, нету, нету нигде вообще никаких заказов нету. Ни внешних, ни внутренних. Ну, в общем, я беру в город на Пули. Вроде так он называется. Может Привет, быть. Александр. Я да, поспать решил, чтобы, может быть, появились. Ну, попробуй, или... может, что-нибудь появится. Да, ну, должно что-то произойти. Есть? А, сейчас ты спать? Гляну. Я уже только что поспал и попробую посмотреть, что там теперь есть. Так, попробуем. Грузы.
Ну. Так, да, появились. Ага. На поле есть. Все, бери. Беру. Я поехал тогда за грузиком. Я тоже. Все, на поле я. Красавчик. Красавчики даже, я бы не так выразился, неправильно. Все нормально. Нормально. Да-да-да. Ой, смотрите, какая красавица пришла, посмотрите. Ой, на куколка поле. Пришла. Да-да-да, хороший город. Желаю жить там всем. Да? Там красиво? Не знаю. Ну, около моря, значит, красиво. Должно быть. Ну, называется на поле, прикольно называется. На поле. На полюшке? Ага. У меня тест становился хорошо, Дэви. Вари! Привет! Вари. Вон у чувака ИТС установился. Он все радостный тебе такой. Жизнь удалась. Молодец. Так. Я не там повернуть хочу. Ну куда еще? В смысле, куда мы еще? Красавчик, мы решил повернуть в крестике. Мы в этом баре еще находимся. Сейчас пойдем на поле. На поле? Город, как ты думаешь? Ударение куда? Танюш. Кстати, ворота, они только в Италии, серьезно. Нет, это только в Италии так. Ворота автоматически открываются. Ай. Рация не работает у тебя? У нас работает. Можете в игру перезайти. У меня не работает, в смысле? У меня не работает рация? Вы меня слышите? А, тут нету никого здравствуй. Сейчас. Здравствуй, хорошо. Здравствуй. Здравствуй. Добрый вечер тебе. Денис. А я алё, ты не алё. Правда? Ну, потому что я в табе никого не вижу, я одна, может, поэтому я не алё. Меня в табе не было. Карта? Италия? Не знаю, еще не пойму пока. Классно она или нет. Фига себе, в каком месте у меня погрузка. Какой-то порт, блин. Ты чё, правда? Да. Не хочешь больше играть? В мой дискорде, да, Павел говорит. Не, ну прикольно. Хорошо, снега нет. Я его убрала. Ой, там даже не тепло, а пусть тепло. Лучше. Так, ты... Куда ехать? Можно просто на Фанька. Куда ехать? Ну, мне. Я просто взяла, я прицепилась уже. У меня тот же вопрос, куда мне ехать? Тебе куда ехать? Далеко очень? Ну, я с порта, получается, забрал себе груз. Ты уже забрал? Да. По 14, значит, поедем. Тогда я выезжаю на шоссе. На Фанька, может? Блин, если я запомню, конечно. Надо посмотреть, что там у нас. Что, Павел, это на Фанька? Какое, где шоссе? Ну, А14, чё. Я примерно смотрю сейчас по твоему радару, где ты. Ну вот. Автострада. Да, нам мы все равно все по одной и той же дороге поедем. Ну да. Мне немножко догнать надо будет. Да, догонишь. Да, у меня потому что не внешний. Конечно. О, нормально, в тему. Итальянцы поют. Либерта. Альбано. Они же итальянцы. Все в тему. Он на Вольво, он точно такой. Откуда ты знаешь, что я на Вольво? Он знает, что я люблю Вольво, а? Он за тобой следит. Большой брат, Влад, у нас. Отлетит за тобой. Да. Ну, Скайя, кстати, тоже нормально. Да, только она с ограничением едет 90. Ну, у меня внешний.
кстати, я вижу тебя. Ты меня видишь? Да. Я тебя увидел. Без знания. Короче. Ты Берта. С тобой приедет у тебя, а? Ух, как громко. О, смотри. Спасибо тебе, спасибо тебе. Она стала моей мамой, ты мама стала, Денис. А ты моим братом, значит. Да? Я еду. Я нормально еду. Я еду. Нет, это только в Италии автоматические ворота. В других нету городах, странах. Только Долситана. Привет, суперсварщик. Вот я еду по 14. Я тебя уже вижу на карте. Ага. Так, я чуть потише. Чуть еще, наверное, слышу. Так вот ты вперед пойдешь, потому что меня может завогнуть. Ну хорошо. Я так впереди, наверное, ты что? А ты сзади. Пока нет. Вот я стою около вопрошайки. А, вопрошайки? Я тебя вижу, да. Мама твоя, теща мне, но славная. А, понятно. Все понятно. Ну, понятно. О, ладно. Все, Таня, ты той, теща. Мама твоя, теща мне. Серьезно? Мама твоя, теща. Да, да. Серьезно, да. Окей. Мы что, бесконечно будем? А мы что ли остались? Пока да. Я никого просто не вижу. Ну я поняла, что не в плохом. Хорошем. Семнадцать. Так, а должны быть, да? Что? Что ж ты? Я не поняла. Миху не прячьте. О, Миху. Миху? Миха на месте. Мама Миху держит просто. Концерт. А, у Лиди. Через 20 минут. Ну, блин, мы стримим. Да. Кстати, нам ехать-то вообще недалеко. Да. Я знаю. Я даже просто расстояние не посмотрел. А я тоже. Смотрю, где-то недалеко тут. Чем съездить? Гараж бы не купить. Да, мне надо гаражи. Тут. Вот, все про тебя знают. Как же я могу не знать, какой у тебя грузовик? Он же стрим по ETS смотрел. Ну да, я люблю на Вольво смотреть, его ездить. Стас Михайлов? Нам нравится Стас Михайлов, я не знаю. Ну, можно послушать, да? Можно. Можно, но... Всё для тебя! Рассветы и туманы для тебя! Мария, Ева. Для тебя! А нам точно туда? Всю ту... Ой! Здесь ты... Ты едь! Мне надо как-то развернуться. Здесь такие, блин, дороги непонятные. Всё, ты так смотрю, куда это ты поехала? Ой.
Бывает. Все равно здесь никого нет. Еду, придется по встречке. Да по встречке заезжай, брат, ты чё? Сейчас разворачиваюсь. Что делать? Никого же нету. Ну я вот говорю, там никого нету, кроме нас. Не знаю, куплю ману, посмотри, у меня в группе и проголосуй за игру. Если что-то, кто-то появится. Вот, где будет больше голосов, то и будет игра после ТС. И светом поморгать обязательно надо будет. Кому? Тебе? Не? Не-не-не-не-не. Тому, кто поедет, если по встречке кто-нибудь будет. Обычно стримим по ТС. Обычно не знаю, когда мне по разному игру. Могу днем, могу вечером. Могу ночью. Вроде то, что там поворачивает дорога, а это не туда оказывается. КамАЗ зачет. Ага. КамАЗ. КамАЗ хорошо. А за что проголосовать там люди хотят? За следующую игру. Я потому что не знаю. Пусть сами выбирают. Что-нибудь из чего предложила. Вот что хотите выбирать, да? Да-да-да. Развязки, да, развязки тут непонятные. Про то же. Вроде туда, но не туда, оказывается. До слез, все, мама, до слез. Песня на следующий час будет. Спасибо, Денис. Точно. Татьяна Александровна, спасибо вам за дочь. Точка, вы самые лучшие. Точка, родные мои. Ой, родные мои. Просто подходят, бывают люди по духу, да, по душе. Бывают люди подходят, бывают не подходят. Пожалуйста, спасибо, не знаю. Спасибо тебе, Денис, спасибо. Точно, точно, чихнул, спасибо. Все в тему. А мне вот интересно, у тебя права есть? Нет. А будут? Нет. Ага, понятно. Вот это школу пошел. На следующей неделе вождение. У тебя? Да. Ага, удачи. Да, там ничего сложного. Ну ладно. Я думаю. И не пьяный стрелять. Не на грузовике, а на обычном форде, фокусе. Видишь, голос. Прикрой маме. Что? Что он имеет в виду? Я не знаю. Это к тебе, да? Голос-то. Ну, я так понимаю, что они слышат голос, голос, но не видят. И говорят, слышишь голос. Пропиарь за донат. Ага. Да. Давайте, просто ты перебиваешь видео. Это громко слышно? Я поняла, про что. Я тоже понял. Он про видео. Я тоже написал про видео, и ты говоришь, да, он про видео. Блин. Да все нормально. Мы слышали. Голос прикольный, кстати. Вау. Мама не слышала. Спасибо. Мама только не слышала. Она видела. Ничего.
Все. То есть все нормально. Все круто. Смотрят не на игру, а смотрят на клипы. Ну, если заказывают. Это для а... Татьяны Александровны, для моей мамы. Просто. Да. Они заказывают их за донат, да, так я так понимаю, или да. нет? Да. Ага, а я тут всем мешаю смотреть. Ясно. Все. Эх. Со мной чё? Один человек едет, собственно. Ну, чё так надо? Сами. Потому что велосипеды не у всех есть. Ага, понятно. Вы видела, я подлагнул? Нет, не видит. Так, я вперед смотрю. А, ну ладно. Да. Но в зеркалах бывает интересно. Да не, что-то не заметили. Вот снова. А если бы ты ехала сзади, ты бы просто взяла и врезалась. Угу. Ты карту нарисовал. Я потом прям склетик. Ну, я просто на стриме звук выключил, не знал об этом. Ну, ладно. Буду знать, если идет вот этот вот клип, то типа не говорить лучше. Да. Привет. Привет. Здрастите. Здрасте. Подожди, ничего не говорите, у меня громкость. Громко. Все, поправил. Кирюша. Что? Кирюша. Да ничего. Маги, ты сыграем? Не, я просто зашел. Окей. Кстати, наверное, пупка будет. Вам все голосуют за пупку. Ну, о, что круто. Будет, то и будет. Я поиграл. Там GTA, ну там было все на равне. GTA 5 онлайн, пупка, там еще что-то. Нет, ну, посмотрим в конце лучше. Стрима. Посмотрим в 7 часов вечера. Пока голосуйте. Побеждает. 33%. Ну, как всегда. Overwatch на втором месте, GTA Online на третьем. Все-таки кому-то интересен Overwatch. Не-не-не, GTA Online на четвертом месте. Чё, GTA машина, никому не нравится. Может, я на, на третьем. В смысле? PUBG? PUBG-то PUBG. Не, машина висит. Так, Денис, не ругайся. Не надо взрываться. Тише, тише. В чате пишет, почему же... Почему? Как же GTA? Ну... Так пусть идут и голосуют. Ой-ой-ой. Если я бы тоже от пупка бы не отказался. Не, ну пупок это вообще просто, это имба, это топ. Не во все играть. GTA Online на первом месте. Понятно, да. Когда-нибудь будет, прокатаешься. Ой, покатаешься. Так радуется человек, что GTA на первом месте. Да-да-да. Я пуп хочу. Я пуп не почти что не играл. Ну, если будет много желающих, будем по очереди играть. Насчет чего? Насчет пупка. Что это такое? Пупк! Ну там девочка с рюкзачком бегает сзади. Я хоть вижу, как тут заезжать надо, а то так бы сам не понял. Или подожди. В Марио лучше. Правда? Да. Марио нету. Ты серьезно насчет Марио, Денис? Ты так прикалываешься. Играем в Марио. Сейчас я тут, походу, туплю. Мама не знает. Ну, я поняла. Ой, неправильно ставим. А, да, ты подлагиваешь. А, ты просто поставил автоматом? Да, конечно. А я сама паркуюсь. Я же мастер постановления этого самого груза. Ага. Поэтому автомат.
автоматом. Так, успокойся, Денис. Успокойся, Денис, скажите. Свой же груз врезался. Не, ну это нормально. Практикуем постоянно. Давайте хорошо. Мальчики. Ой. Я снова свой груз врезался, да? В груз врезался-то. Да? Ущерб 11. В грузовик. Тихо. Ну, в смысле, в свой же груз, который я поставил, я своим грузовиком врезался и ущерб получил. На грузовик. Бывает. Да. Мне там уже кто-то морду хочет бить. Да. Какие смешные, а? Я не знаю просто. А что, даже, ну, не увидел? Чат озвучивает. Нет, я больше не буду чат читать. Я просто его закрою нахрен, чтобы... Я буду читать. Не надо читать, я сама читаю. Да, вот, вот так вот. А, ну, я буду просто смотреть. Они, если это хотят, пусть. Без проблем. Так, гараж. Видимо, завидуют, короче, что я могу поиграть. Точно, гараж. Гараж. Я чуть не забыл про это. Да я докуп... Нам надо в гараж. Так. Так, хорош. Тихонько. Что за спор? Не надо. Ущерб получаю. Не нравится, а что Вайти. А то грустно будет. Не надо. А мне, и мне нравится, что Вайти много говорит. Я бы потише сделал, можешь не так сильно отвлекать вас будет. Делай потише. Да, сделаем. А, ты на красный поехал. Конечно. Понятно. А я на зеленый. А для кого мне стоять на красном? Беспредел. Да, просто. Не, я понимаю, себя. Там, симулятор, там, но... Ля-ля-ля. Мне и так пойдет. Ну, сейчас что забылось, 6. Что сейчас будет? Через 6 минут. А, концерт. Тут же как-то еще... Мы не попали на концерт. Гараж? Да. Туда заезжаешь и... Да? Смотришь. Кто ты там? Улучшаешь. Делаешь больше. Возможно. Ну, еще час времени есть. Так, теперь куда? Не, ну, да, в принципе, перейти у него можно, даже если и не улучшать, так что... Ну, да, есть такие люди, Денис, они любят поговорить, ну, что такое? На связи. У меня бабушка тоже любила говорить много. А мама тоже была болела. Чего было? На стриме бы, если тоже. Римочка. Столько много бы рассказала. Дворушечка, ну так уродили. Ну, она-то была хорошая, ничего там плохого. Ну да. Сейчас я смотрю. Я смотрю, да. Верона. О, можно в Катания. Катания город. Это нам Катания, вниз надо. Ну-ка. Вниз там, типа на островочек. Там, видимо, через, я не знаю, железную дорогу или... Там. А там, по-моему, проехать можно. Это был, да. Давай, я возьму туда. Катание. Да? Так, стоп. Катание внизу-низу. Войти говорушечек. Говорушечек, да. Войти говорушечек. Ну, что-то интернет зависает. Интернет зависает. Что-то идет, и он ничего вас не слышит. В Дискорде? Так, я за грузом. Не, везде. Везде у тебя? Не, у меня катания нету. Перебивает?
А сейчас тоже перебивает? Я просто тише сделала. Ну ладно, людям не нравится, что я сижу, болтаю. Пойдем, я пойду на это. Я так понял, что не нравится. Обидели тебя. Ты все? Или ты еще поедешь? Не, я все. Я накатался. Не радуются. Понятно. Ну ладно, пока, удачки тебе. Пока. Смыслом было бы. Ну, это тоже что-то было бы. По игре. А чё у меня снег идёт? У меня снег грязёт. Летом снег идёт нормально? Ну, нормально, почему бы нет? Понятно. Хорошо. Нормально. Может, это светлячки? Много светлячков? Очень много светлячков падает на асфальт. Вайтюша. Вайтюша! Чтоб не было больно. Теперь куда? А, мы сейчас в порт. Подожди. А мне по торгу. Какой показать. Город едете? Катания. Хорошо. Тополиный пух. Ну ладно, может быть, тополиный пух. Приятного аппетита. Нет. Уж успокойтесь. Тише, ну успокойтесь. Вообще не там еду.
Просто не хочу я банить никого. Я хочу просто, чтобы вы успокоились. Ехать? Ночь едем. ГТА держится. Привет, Саша. В Ливорно? Нет. Не была вроде. Просто надо всем успокоиться, не надо никому бан давать. Где это находится? Как это город Ливорно? Он далеко? Я не могу открыть, а ен. Когда доеду, тогда открою. О, голосуют. Пусть голосуют. Overwatch 6, это 6 стало. PUBG 7, GTA Live 12. Понятно. Всё по одному. Разводный мост. Мама, а что-то будет. Мамунь, неси телефон. Сейчас все будем успокаивать.
Спасибо, Саша. Мамулькин! Сейчас я вас успокою. Хорошо. Маша сделает так. А где тут? Эфир? Да, пауза. Так, нельзя? Ой. Блин, зараза, конечно. Сейчас я тут встану. Где тут чат? Я чат включу. Что случилось? На 10 минут. Будем сидеть в тишине. Все нормально, едем. Поедем. Не, муторку я не буду давать никому, Саша. Я сама все сделаю. Минут, хорошо. До 18 минут. Посмотрим, что изменится. Тогда включим чат. Ну я ж чат всего лишь выключила. Чтоб никто ничего не писал. Пиши нам ты чего. Я чат выключила. На 10 минут они что-то там начали не то вообще говорить. Друг на друга. Я засекла время. Как видите? Самый эффективный вариант, наверное. Если кому-то там Twitch перейдет. Будет там писать. Правильно, правильно. Хорошо. Давай на заправку заедем. Хорошо. Спасибо. Не знаю, правильно езжу тут? Вроде да. Заправить? Заправиться, да? Да-да. Отправляйся. Ой-ой-ой. Джентльмены. Кто? В одноклассниках? Mm-hmm. Но у нас тут было в друзья. Нет. Сейчас же концерт. Ну, это... ну что, поехали. Ну ты вообще тихо. Да. Еще 7 минут. Через 7 минут включим чат на ютубе.
правильно. Спасибо за подписку. Скоро там этот разветвлитель для наушников придет до них. Ну, из Китая он вылетел 3 февраля, покинул страну. Ты думаешь, уже в России разветвлитель? Ну, вообще-то должен быть. Значит, должен. Значит, скоро прибудет, может, на следующей неделе даже. И будем с тобой вдвоем в наушниках сидеть. Да. Ты в маленьких, я в больших, или наоборот. Ну, чтобы музыку слушать тебе, если что. Конечно. Ну, конечно. Сюда? Сюда, сюда. Приехали. Ямахан. Ямасоу. Ямахан. Ямахан, мы приехали. Стоп, полезем. Гэгэй Балабола вывел из себя, если ты это смотришь, то ты, чмо точка, ибо мама это святое точка, а песня для нее это святейшая точка, ибо когда твоей мамы не станет, поймешь. Балабол стрит. Денис, спасибо тебе. Ну, Денис. Ну что ты, а? Ну что ты? Ну что ты? Ну что ты вот? Ну зачем? Мама, кстати, эту песню не слышала. А видела. Всего лишь. Что за песня-то? Ну, про маму все там песня. Почему? Я ее знаю, я ее слышала. Мама ее слышала. Конечно. Ну, кто ты, Денис? Я да, все... это мультик. Я все слышала. Спасибо тебе, Донатик. Слышала, слышала. Я не буду тебя слышать. Не надо никого обзывать. Не нужно. Я на ремонт скатаюсь. Хорошо. Не, пешком несет разветвлитель? Китаец. Да, да. Несет там. Сумочки. Сумочки? Молодец. Молодец, Саня пусть играет. Мы тоже играем. Мы тоже тут стол вырезаемся. И да. Столбики. Врезаемся, да. Что-то прямо как-то врезаем. Не доворачиваем. Или переворачиваем. Поворот резкий. Ну, не резкий. Просто слишком много всего.
Ну ладно, бывает. Я думаю, можно включить на ютубе чат. Сейчас посмотрим, что изменилось. Надеюсь, вы там все успокоились. Кто там разбил кашечку? Чтоб никто не обзывал друг друга, вы поняли? Кажется, уже успокоились. Проверим. На руль? Пока нет. Пока не могу на руль собирать. Нужны другие вещи. Клип включить надо. Что надо включить? А клип-то где? А я не знаю, где клип. А я не знаю. Знаешь? А какой там клип был? Тишины хочу. А, тишину хочешь. Сейчас включит Дашенька, сейчас занесу. Да если хочет тишину. Правильно, давайте. Смотреть, слушать, минутку. Песни хорошие. И будет клёво вообще, классно. Так. Тишины хочу, песня называется. Сейчас мы включим, сейчас. А то он что-то, да, не выглядит. Он сломался немножко. Ну, сейчас сделаем. Придется вручную включать. А сейчас вручную. Выносить клип на экран. Давай. Сейчас сделаем. Спокойлись. Светлина. Круто. Ну, хорошо, смотрите, у меня там. Потому что я маять никого не хочу. Да, просто да, я хочу спокойствие. Хорошо, или я буду выключать. Ой, это понятно. Это давайте клип. Что-то положительное, хорошее и все такое. Да, ну что вы? Ну вот что ж вы? Нормально там что-то видно, я не знаю. Да видно все нормально. Да видно. Потом берем это окошечко, значит. Включай. Или он включен уже? Включила. А, включился. Вот. Так, гараж. Мне надо гараж купить сначала. Все видно. Какой гараж ты хочешь? День прошел, число сменилось. Нифига не изменилось. В отблеске луны тяжелее неповторимый свет, что ложится плавно на тьму пустынных улиц. И только храма размытый силуэт. Светят фонари, надо мной сутулясь, тишины хочу. Пусть мчатся до двери, устремлюсь вдаль далекую, а, прохладным взором. В этом мире, мне бы еще починиться. Без вины виноваты. Вам заедем. Без крови, без приговоров. Закурю и в тишине прошепчу слова. Те самые, которых никто не узнает. И заплачет душа, как будто вдова. И ночь тишиною растает. Тишины хочу. От зари до зари купола. Бросает небо колпак. Тишина. И лишь где-то вдали слышится лай. Хорошо. В Катанзару поедем. Экскаватор. Легким ветром вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы добрина тишины. Катанзаро. Я сейчас на 100 телепортнусь, чтоб не ехать до туда. Там она починится. Тишины, тишины хочу. Тишины, молчание с голодом. Легким ветром. Этот клип надо починить. Ну, мы уже включили вам. Чтобы добрина тишины, и не жаль память стертую, чтобы осень лисьями желтыми мне накрыла душу, распростёртую. Да я не знаю, что там было на этом. Мы тут плюшками главное. Подождите. Молчание с колотом, сердце стук бьется в ритм с поездом с горем. Мы тоже на истине. Телепортнулись, да? Я, да, только да. Я взял груз другой. Понятно.
меня. Пусть проплачется небо, дождем прольется. Ближе. В этом мире шатком тишины, и с неба слезы украдкой. Так, подождите, я хочу посмотреть в группе в своей. Ой, блин. Желтые в моей тетрадке все пройдет. Ой. И дождь прольется. Ну ладно, все потом посмотрю. Я через телефон посмотрю, как там голосова не проживает. И засверкает на солнце этот мир золотыми куполами. Куполами. Тишины хочу, тишины, молчание. Еще тогда, пятилетнему мальчишке, отец всегда говорил мне: сынок, живи, ну вот что бы ты, мам, хотела? Будь честен перед самим собой. Я просто не могу посмотреть. Но как же быстротечно бежит время, и как мир стал жесток. GTA, пап, а как хочется тишины, той тишины, которую не мог бы нарушить плач матерей и выстрелы. Выстрелы, уносящие жизнь близких это людей, только ради American того, что Simulator. У кого-то больше власти и денег. Из-за которой это типа Overwatch мультяшная такая, это с рюкзачком, а это GTA, ну поняла. Отец так любил эти часы. Нажми на что-нибудь. Что бы хотел видеть, чтобы посмотреть. Что? Мультика не надо. Мультик не хочешь? Не люблю. Не любишь? Ну, GTA выигрывает. Поехали. Поехали. Ну, Денис! Через сколько стрим закончится? В семь. Если через два, через полчаса. У меня через полчаса. Так, 20-23. У меня 18-23 сейчас. Мне 20-24. Там закончился. Я знаю. Платка снова. Забить. Что бы значит? Конечно, мне еще там в стиме пишут. Видимо, не знают, чем я занимаюсь.
Привет, Тони. Ну, вырублю, перейдешь, ладно, на Twitch. Будешь так писать. Снег идет, летом бывает. А, там писали, типа, тополиный пух, может быть. Будем считать, что это тополиный пух. Вон, беленький такой. Тополиный пух, раю. За пивом. Ты куда, Денис, в магазин, что ли? Ну, отвечай на гудками получше, да. Там картинка намного лучше, чем на Ютубе. Это мы знаем. Чё так все грустно? Да чё-то грустно, Ирина, привет. Чё-то вот грустим немножко. Что? Наверное. Да? В смысле? Какой заказ? Мне пива не надо, мне сок, пожалуйста. Возможно, не будет. Я не пью. Пифик Дотя. Будешь ты писать? А что там такое интересное? Видимо, люди не знают, чем я занимаюсь. Если мне пишут во время игры. Привет, Лимон. Я отвечаю. Мы тут не страдаем. Нет, мы фигню не страдаем. Гараж будем покупать? Гараж? Да ладно. Хорошими делами. Да, да. Проедем. Там. Даш, я вижу, Ирина, что вы пишете. Мне в этом городе разгрузиться. Разгружайся, я буду в порту стоять. Не знаю, поворачивать? Порту, ну, окей, порту. Лимон. А лимон. А что лимон? Лимон то.
То самое, понятно, Лимон. Разгрузились. Что? Разгрузился? Ты там разгрузиться хотел? Да, да, я разгружаюсь, вот у меня в сторону гаража. Как ты думаешь? А, ну тут не полчаса ехать, тут минут пять ехать, блин. Ай. Смотри, по прямой. Там платки, надеюсь, не будет, не. Вот через порт, нет. Можно было мост придумать, знаете, здесь немного плыть. Ну, GTA, значит, будет GTA, будем GTA играть, тоже часик три. Будем возить что-то. Будем возить. Я не знаю, просто сколько людей там. Ну, значит, задание Тима такого. Ограбление, что ли? Нет, ограбление не хочу. Просто? Что они замечают, Ирина? Ну, вы же там сами с собой общаетесь. Я тут при чем? Ну, я верю. Все? Почти. Я и говорю. Общайтесь, общайтесь. У-у-у. Кто там? Кто танцует, поет? Тот самый. Ой, что это такое? Собачку хватит. Животику. Страдаем. Вы страдаете? Чем? Фигней? А что ждем-то? Море погода? Там человек паркуется. Понятно. Вот, то и ждем. Тима Хаймаса. Ничего, бывает, мы тоже страдаем все. Ну, Мише и понравилось. Фигурное катание. Угу. Ну, а что, классно станцевали, вообще так плавненько двигались. На льду. А это только они и все, больше никого нет в фигурном катании. Только вот эта пара. Я вот тоже не знаю. Я не судно буду. Еще не все? Че это такое? Что ты мне дала? Что это за жирец? Чай было. Разгрузился? Берешь новый, что ли? Ищешь? Куда чувак делся? Куда чувак делся? Все? Что это?
специалист. Это не наш тут поле. Ой, видимо, наш поехал. Я не знаю, куда он потерялся. Плелая. Вилла Санна Геованни. Так. Молодец, Денис. Умница. Умница. Респект, поддержка. Правильно. Он писал хорошие слова. Да. Ну давайте без обид, ни на кого не обижаться. Просто у всех разный характер. Надо вот как-то пристраиваться друг к другу. Я тоже правильно говорю? Да. Не надо никого обзывать и... это... Ругать тоже надо. Друг на друга. Мы не поняли друг друга, закрыли тему там, хочу продолжать. Ну, другую тему давайте тогда. Переходим. Где? Черепок. Это тут черепок? Да-да. Ты переместился? Да, я взял груз, и меня вот в этот город, в гараж, в этот ремонт. Даша, это кто? Это кто где? Пять тонн. Где? Ты? Это Танечка. Это наша куколка. Красивая. Танечка это кто? Танечка это моя мамочка. Кто еще ж может быть? Да, мамочка. Танечка. Брат, да, это брат сидит. Танечка, брат. То-то, Лимон, что-то так? То-то-то? Шанту-то? С нами хочешь? Ну, в DLC Италия. Я, наверное, еще один возьму, и все. И до 7. Да, да, мы заметили. Один. Характер. Чего? Немножко бывает, но надо сдержаться. Надо сдержаться. А можем подождать Джеку? Сколько? Он едет вот из города, выезжает это. Ну ладно. Ждем. Ну, он догнал. Понятно.
Понятно, понятно, все тенец. Ну, ничего. Можно привыкнуть. Уже привыкли. Да? Ну, характером. К кому? К Денису привыкли. Не знаю, хороший еще. Хороший, хороший. Ну, я не знаю, какая игра в голосовании лидирует, та и будет следующий. Все хорошие, все замечательные люди. Все хорошие. Да. Но ругаться не надо. Ну, иначе GTA будет. Голосуем за GTA-то. Ай! Обалдеть. А мы не туда ничуть едем. Ну куда-то еще недалеко возьму и все. Значит. Наглый голубь. В смысле наглый? Кушать, потому что хочет. Не наглый, он кушать хочет. Он хорош. Он просто сильно голодный. Да? Вот и все. Телец, телец. Мама знает тельцов. Маме был один телец. Мама знает, какие тельцы бывают. Замечательные, вообще великолепные тельцы. Самый лучший из тельцов. Вообще, я не знаю. Мне... Маме нравятся тельцы. Да, я не знаю. Самые лучшие, мне кажется, из знаков мужских. Тельцы? Mm. Да. Я не знаю. Ну, я тебе это не знаю. А о чем это знать тогда? Я про себя. Вот, про себя. Дайте ссылку на музыку. Описание. Ну, сравнить с Девой и Тельца. Который сейчас идет? Бейптон. Если который сейчас на стриме, я сейчас скину. Ой. Доеду и скину. Ой, мне надо, кстати, было мычки включить эти. А я забыла. Что такое? Что это интересно? Песни поют. Да, Пуговка? Ну да. Что такое? Горошечка. Ага, хорошо, да. Удачи. Отдыхай. Привет, Заур. Логику.
все, вы что-то там пишите. Кушаешь? Приятного аппетита тебе, Лима. Ой, Лима спиралась на посту. Мало места. Проедешь вперед. Особо-то. С чем? Чего играть-то? В то самое-то? Ну что вы там-то? Нормально-то? То все? Тутошечка? Еще 10 минут прицеп мешаю. Нет, маловато. Трудновато-то поставить-то прицеп-то. Что-то совсем-то так-то не очень-то. Мешает-то мне он. Сейчас застряну-то. Ой, не застряла-то. Нормально-то идем. Задом-то. Где без вины виноваты. Без крови, без приговоров. Закурю и в тишине прошепчу слова. Те самые, которых никто не узнает. И заплачет душа, как будто вдова. И ночь тишиною растает. Тишины хочу от зари до зари. Купола пронзают небо колпак. Тишина и лишь где-то вдали. Слышится лай собак. Тишины, опять тишины кто-то хочет. Волчанье с холодом, легким ветром. Вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу, чтобы добрена тишины. И не жаль память стертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую. Тишины. Тишины хочу, тишины, молчанье с холодом, легким ветром. Вольно пролечу над крестами, покрытыми светом. Я говорю-то, что-то. Тишины хочу, чтобы добрена тишины, и не жаль память стертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую. Небеса седые, пролью дождливым холодом, тишины хочу. Молчание скоро, сердце струк бьется, в ритм с поездом скорым, а в душе струны звенят гитарным перебором. Вольный ветер подул, листья с деревьев сбросив, тишины хочу, чтоб светом сигаретом зашел. Туманом можно посмотреть. Пусть проплачется небо, дождем прольется, тишины хочу. В этом мире шатком тишины, и с неба слезы украдкой. Пять тонн понравилось. Отсыпает закладки, песня. Оставляя листья желтые в моей тетрадке. Все пройдет, и дождь прольется. Все плохое улетит, стучит. Ну я играю там что-то там-то. И засверкает на солнце этот мир золотыми куполами. Тишины, тишины хочу, тишины, молчание. А где? Еще тогда, пятилетнему мальчишке, вот отец всегда вот говорил мне: сынок, живи порядочно, будь честен перед самим собой. Но как же быстротечно бежит время, и как мир стал жесток. А как хочется тишины, той тишины, которую не мог бы нарушить плач матерей и выстрелы. Выстрелы, уносящие жизнь близких людей, только ради того, понял. Что у кого-то больше власти и денег, из-за которых перевернулась еще один возьму недалеко на нашей грешной земле. Хорошо. Отец так любил эти часы. Чтобы добрена тишины, и не жаль память стертую, чтобы он бы гордился тобой. Желтыми мне накрыла душу. Распросила. Мама, ну, он всегда будет с нами. Тишины хочу, тишины, молчание с голодом, легким ветром. Вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Тишины хочу. Но мне и не написала насчет Толика. Почему он так пишет? Потому что он болеет.
Поэтому как пишет, так и пишет. Так, еще куда-нибудь недалеко. Куда недалеко? Рим, блин, далеко Рим, нет. Назад не хочу. Опять. Хорошо, в кассину возьму. Конкурс? Когда? Какой конкурс? В кассино. Где Маш? У меня какой-то расчет маршрута идет на навигаторе. Что за фигня? Ну у меня есть коды от Нескафе. Вам надо они? За коды дают набор стикеров ФК. У меня есть 3 штучки. Я могу только это разыграть. Кассино, город? Да. Понял. Немного шрама поставили. И путь наш измучен траншеями. Но разве на листах не душа просто фраза? Как чувствую боль острая, не в попад. Я так сильно желаю, мечтаю по пазлам с тобою собрать небес водопад. Там никто никогда не спросит, как нам живется сквозь жизни туман. Ну я из той же базы выехала, куда мы ехали. Тёменькая хотелось, да придёт тёменькая ещё. Денис, ты не понял? Ты нам не слышал? Денис, просто... Он пишет так, потому что он болеет. Слезы дождя по щекам. Это может капсить. Удержать, не зная итога заранее, на острие ножа, судьбу свою не поранив, мои сны где-то на глубине лежат, положительные и несогласные. И не убежать, только чувства мои дрожат ресницами глаз ее. Мне за все в этой жизни засчется. Если б я был богат, все богатство бы выменял. Ну лишь вот, поэтому же сайт, не знаю, почему что-то. Здесь одна, наверх, по имени, идет-то. Но ветер сбивает с ног. Мне белуна раскосая, я одинок, мне бы хоть глоток души твоей воздуха. Там никто никогда не спросит, как нам живется сквозь жизни туман в хлам, хлам, убитая в доску осень, там, там. Слезы дождя по щекам, там, там,
сквозь жизни туман, глам, глам. Убитая в доску осень, там, там. И слезы дождя по щекам. Уехал уже? Никто. Ну, я выехала. Еду. В сторону на поле. Там указательно. Никто никогда не спросит, как нам живется сквозь жизни туман, хлам, хлам. Убитая в доску осень, там, там. Лишь слезы дождя по щекам, там, там. Никто никогда не спросит, как нам живется сквозь жизни туман, хлам, хлам. Убитая в доску осень, там, там. Лишь слезы дождя по щекам. Лишь слезы дождя по щекам. Сломалась? Чё так не может? А чё он сломался-то? Обалдел, что ли, трой? Он же дорогой. Ещё ломается. Забрать. Лишь слезы дождя по щекам. Гоняешь? Просто быстрее поеду. 90. Я 90 только. Ой, ну я тоже. Ну все, 7 часов. Что там, GTA лидирует? Значит, GTA все будет. Все, голосование закончено. 8 часов ждите GTA. Где? Задание выполнять, значит, там. Будем деньги продолжать фармить. На внедорожнике ездить. А вдруг не GTA выиграть? Все, 7 часов, уже GTA. Прямо сразу начинать или отдых? 8. Привет. Чуть-чуть не вовремя. Что не вовремя? А, в ЗТС-ку? Ну да. Как всегда. Я доезжаю, все. Все, последний вопрос. Да. Че, папка будет сегодня или не будет? Нет. Нет, папа. GTA выиграла. Черку, черку, капец, вычерку, закусить помидоркой. А может лучше сок давайте выпьем? А, давайте, ни черку, ни капец.
Что-нибудь безалкогольное. Чтоб не буянить. А вдруг... Ловим трек, спасибо это. Не знаю, все. 7 часов GTA было. Был у нее больше голосов. Я написала в комментариях. Водки, помидорки. Ну блин, это ингредиенс. Мы с тобою по жизни связаны мостами. Так похоже, так же устали местами. Перевернутое небо в отражении глаз. Все зависит от Бога и, конечно, от нас. Этот вечер знает меня наизусть. И я сегодня дождю и залью свою грусть. Мы два разные берега одной плоскости. И не попросим прощения над пропастью. Мы с тобой одинокие берега. Там, где город стоит под дождем, где небо спит у нас на руках, а мы его не разбудим, уйдем. Мы с тобой одинокие берега, там, где реки слез и ненужных слов, и нам не летать в облаках, я ищу тебя в лабиринтах снов. Мы с тобой одинокие берега, там, где город стоит под дождем, где небо спит у нас на руках. 91. А мы его не раскурим, уйдем. Мы с тобой одинокие берега. Там, где реки слез и ненужных слов. Шут нигде не с. И нам не летать в облаках. Я ищу тебя в лабиринте снов. О, это кто-то прилетел. Лагает, пацан. Даже иконы плачут. Который обогнал. Пипец. Да-да. Может, из-за компьютера? Мы с тобой словно с обрывом берега. На интернет скорее. Среди вселенской пустоты. Не страшны нам ни дождь, ни снега. Нам главное лишь бы не сжечь мосты. Пусть минута кружится моя голова. Привет, Ксенон. Ветром больно снег? В осенней пожухлой листве. Не страшны мне любые твои слова. Снег? Страшно. Я вон тебе отключила, те, это уже... Я не знаю, чего зависит снег. Ведь никто не узнает. Когда он берут... Вообще полностью этот мод с мультика, тогда снег выпадет. Я не могу его включить. Мне? Песня на рыбу. Мне нравится все здесь. Нам не летать в облаках, я ищу тебя в лабиринтах снов. Мы с тобой одинокие берега, там, где город стоит. Где в настройках? Какие? Где небо спит у нас на руках. Какие там еще есть настройки? Мы с тобой одинокие берега, там, где реки слез и ненужных слов. И нам не летать в облаках, я ищу тебя в лабиринтах снов. Все-таки поймал я вас. Хорошо. Этот вечер знает меня наизусть. Здесь даже иконы плачут, и я сегодня дождю и залью. Но я наезжаю, все. И ты не спрашиваешь, что это значит. Нам еще 200 километров ехать.
мультика под сиденьем. В смысле? А, телефон под сиденьем. На стройках мультика, это значит через тап там. Ну, мы поставим, конечно. Ну, я не знаю. Я галочку сняла с зимнего мода. А что еще там искать? Не знаю даже. Смотрим сейчас. Ну, нет, значит, будет тополиный пух тут летать. Мы уже прозвали тополиным пухом его. Снежинки. Может, не надо было мне ехать. Ну вот. Совами передохнули восьми. Немало. Будет. Телефон Ксенон под сиденьем нашел. Это он его немножко потерял. Прямо. Просто меня вот эта стрелочка сбивает. Указатели на дороге. А как ты телефон у Дениса ломаешь? Выпадает из рук, что ли? Волгин, привет, спасибо. Всем хорошего настроения тоже. Да, почти добрались. Придется мне кофе пить. Ну, а GTA будет, значит, с 8 до 11. Тоже 3 часа. Нормально. Нам ремни надо. Или как? Рим, Асик. Ну, тогда надо, туда надо, все правильно. Ясно. Значит, по тому времени GTA будет 10 часов вечера. В смысле, семейная жизнь — это кайф, но уже поднадоел. Ты же только начал вроде. В семейной жизни жить уже надоел. Быстро. Ну, по-твоему, Ксенон, в 11 в ночь будет стрим. Куда там? Поверь, самые едут, я просто не вижу их. Ну, что-то там мигает, да. Мычки.
А по тому времени, Влад, в 7. Не привык к семейным? Ну, не просто. Там нет пути гараж заехать заодно. Все вообще. Короче, 45 минут стоим. Как-то. Все? На шашлыках потерял, сел на него, сейчас снова попадает с кармана. Вот так теперь. Сел. А что за телефон-то был? Ну да. Плоховато. Надо в сумочку ложить. И в передний карман. Зачем его в задний-то ложить? Хорошо, ночью потом играешь. Чуть не хочу заезжать до него. Сама одну куплю. А верно, если не забуду. Ты чё, Никит? Двадцать тридцать телефонов в год меняешь? Это ж надо столько денег иметь. Кошельке-то. Ужас. Это ужас. Привет, Кинкил. Жизнь как-то так, потихоньку все. Давай. Не мучиться тут. Да, конечно, ну конечно. Помучаемся, значит, еще хорошо. Я не понимаю, как можно 20-30 телефонов в год менять. Каждый месяц, что ли? А то и больше. Китайцев покупаешь? Их не жалко. А на пне. И музыку задавал. Да. Не сейчас, а 8 часов вечера. Мне надо передохнуть. Ой. Всем пока, ребят, удачи вам. Спасибо за игру. Тебе тоже спасибо. Пока, удачи. Да-да-да-да-да-да-да-да. Пока, все. Всем спасибо. Спасибо, кто смотрел, комментировал, подписывался, донатил. Спасибо за поддержку. Всем до встречи. Встретимся через 43 минуты. Будет GTA. Всем пока.